Васильченко Артем, ты один из главных претендентов на выигрыш ноутбука. Ты готов к победе? Готов. Кто у тебя главный соперник, как ты считаешь? Наверное, Погорелов Тарас. Только он один или кто-то еще? Ну, есть еще соперники. Ты у нас неоднократно выигрывал коробки с конфетами. Скажи, как быстро съедается коробка конфет? Смотря сколько человек ест. Ну ты за сколько коробку конфет съедаешь? Недели три. Итак, Усатов Андрей, ты один из претендентов реальных на победу в борьбе за ноутбук. Ты готов к гонке? Конечно, готов. Кого из соперников считаешь своим самым главным в этой гонке? Ну, я даже не знаю. Вообще, главное свой страх побороть и не думать ни о чем. То есть, ну, расслабиться, чтобы не накосячить где-то в гонке. Ты уже не один раз выиграл коробки с шоколадками. Скажи, одна коробка с шоколадками, насколько быстро съедается тобой? Ну, я ее один не ем, я с семьей поделился еще с друзьями, но мы ее где-то за неделю две съели. Так, Погорелов Тарас, ты один из претендентов на победу в борьбе за ноутбук. Ты готов к гонке? Абсолютно готов, как и всегда. Кого из соперников считаешь для себя самым главным в этой гонке? Самым главным, я думаю, конечно же, будут взрослые в первом заезде команда. Потом несколько человек. В общем, я думаю, выиграю, не растеряюсь, так сказать. Все будет хорошо. Ты у нас уже выигрывал коробки с шоколадками. Скажи, за сколько уплетаешь одну коробку шоколадок по времени? По времени, но это недели три где-то. Если постараться, можно и за две, но я уже, скажу честно, шоколадок не хочу. Наелся уже. Сейчас в этом заезде один круг. Последние два выбывают. На старт. Внимание, марш. Thank you.
Два круга, последний выбывает. Thank you.
5 секунд. Подожди, пока фотографии. Твои впечатления, поделись впечатлениями. Очень рад, очень старался, блин. Был на полном серьезе, сконцентрирован именно на гонке и ни на что не отвлекался. Как гонка прошла? Тяжелая была для тебя? Вначале в абсолюте у меня были неполадки с машиной, но я взял для гонки за ноутбук свою резервную машину, и она показала свои результаты, оказалась кого лучше. Кого хочешь поблагодарить? Хочу поблагодарить вас, как организатора этих соревнований, за такие призы, за такое мероприятие. А тренера? И, конечно же, тренеру за то, что он меня возил сюда, подготовил, показал, что тут происходит, и вообще за все. Все, спасибо, молодец, поздравляем.